Всем привет! Для тех, кто планирует поездку на остров Тенерифе в феврале и интересуется, какая же погода в это время года, будете ли вы купаться и загорать. Сегодня 15 февраля, прекрасная погода. Я прогуляюсь по пляжам Коста-Адехи и наглядно докажу вам, что купальник на Тенерифе в феврале обязательно стоит привезти. Сейчас я нахожусь рядом с пляжем Ла Пинта. Этот пляж идеально подходит, если вы отдыхаете с маленькими детьми или вы не умеете плавать, потому что здесь есть волнорезы, здесь очень мелко и практически не бывает волн. Тем более для отдыха с детьми здесь установлен мини-плавательный комплекс, батуты, где дети очень весело проводят время. Особенность погоды в феврале – это то, что часто бывает переменная облачность, а еще чаще бывает калима. Я ждала, пока закончится калима, она стояла где-то, наверное, полторы недели. Сегодня приехала поснимать видео, но здесь сегодня облака заволокли солнце, поэтому не знаю, как дальше. Дождусь, пока развеются эти тучи, облака, и дальше пойду снимать вам пляжи Коста-Адехи. Для семейного отдыха на первой линии пляжа Ла Пинта находится 4-звездочный отель с таким же названием. Это один из лучших отелей на Тенерифе, если вы отдыхаете с детьми. Для разнообразного отдыха в Коста-Адехи рядом с пляжем Ла Пинта находится порт Колон, куда можно прийти заказать морскую прогулку китам и дельфинам, либо покататься на водных мотоциклах. Знаете, когда туристы покупают билеты на морскую прогулку китам и дельфинам, они часто спрашивают у продавцов этих билетов: а мы точно увидим китов и дельфинов, вы нам гарантируете? И вот у продавцов этих билетов уже выработался смешной ответ. Они им говорят: да, конечно, увидите, они у нас на зарплате. Thank you.
But I have the wire. Местные жители в феврале мало ходят на пляж. Я не знаю, среди моих знакомых вообще никто не ходит в это время. Пляжный сезон у меня у самой лично начинается с июля и заканчивается в конце сентября. Вот это прямо самое благоприятное время для пляжного отдыха для меня. Потому что солнце садится где-то около часов 9, половина 10 вечера, и можно дольше находиться на пляже, не в знойную жару, а вот ближе к вечеру, вот самое благоприятное время. Вот, и если вы отдыхаете в феврале, то в чемодан обязательно положите с собой теплые вещи, такие как куртка или кофта, брюки, потому что, чтобы гулять вечерами и чувствовать себя комфортно, эти вещи вам пригодятся, потому что солнце садится около 6-7 вечера, и после того, как оно садится, на улице становится прохладно. Поэтому берите обязательно эти вещи, чтобы чувствовать себя здесь идеально комфортно. Теплые вещи вам также потребуются, если вы будете путешествовать по горной местности острова, посещать северные города Тенерифе, а если планируете подняться на вулкан Тейде, то без теплой одежды вам не обойтись.
Если говорить в общем о погоде на Тенерифе в феврале, то на всем острове она не одинакова. Есть существенное различие климата между севером и югом, особенно с ноября по май, а также в зависимости от высоты расположения. Чем выше от побережья, тем ниже температура воздуха. Для пляжного отдыха в феврале стоит выбирать южное побережье. Причем для пляжного отдыха можно рассматривать не только Коста-Адехи. От Эль-Медена до Лос-Гигантеса все это побережье подходит, если вы планируете купаться в феврале. Температура воды в это время года в среднем 19 градусов. При этом температура воздуха на побережье в среднем 24 градуса тепла. Отопления на Тенерифе не существует. Те, кто живут на побережье, в обогреве жилых помещений не нуждаются, либо имеют кондиционеры и включают их, когда замерзают. А вот дома, которые находятся высоко в горах, имеют камины или вынуждены использовать электрические обогреватели. Иногда в горных местностях температура ночью может опускаться до плюс 11 градусов. Жителям юга Тенерифе достаточно иметь теплое одеяло, так как температура ночи на побережье не опускается ниже 16 градусов. Шикарная сегодня погода. Наверное, температура воздуха 25-26 градусов. Нет ветра, нет калимы, воздух чистый, прозрачный. Приятно прогуляться по набережной, наслаждаться всеми этими красотами. На самом деле, на Тенерифе круглогодичный пляжный сезон. Самый высокий с октября по март включительно. В это время много туристов. Многие считают, что Канары – это курорт пенсионеров. Но в действительности отчасти это правда, потому что в зимнее время здесь очень много зимует пенсионеров с Европы, проводят здесь немалое количество времени, месяцы, три даже. Ну и молодежи здесь тоже хватает. В летнее время здесь ее больше, также в летнее время больше отдыхают семьи с детьми. Но в зимнее время здесь, да, пенсионеры – большая часть туристов. Сейчас я добралась до самого красивого пляжа Коста-Адехи – Плая дель Дуке. С испанского названия этого пляжа переводится как «пляж графа». Здесь расположены самые лучшие пятизвездочные отели Тенерифе.